Интересный метод вторичного использования пластика предложили американские ученые, которые изобрели суперткань, позволяющую охлаждать тело человека. В университете Стэнфорда в конце прошлого года объявили об открытии, которое вскоре может обанкротить многих бизнесменов. И в первую очередь это относится к производителям кондиционеров, которые уже не нужны будут с новой уникальной тканью, способной охлаждать человека в жаркую погоду. В основе материи лежит полиэтилен и нанопористые волокна. Этот состав ткани позволяет человеку практически не получать никакого внешнего теплового воздействия и одновременно с этим пропускает до 90% вырабатываемого телом тепла. Такие свойства позволяют снизить тепловые ощущения человека на пару градусов. Особенно интересным в этом открытии является то, что сам по себе материал недорогой, ведь большая часть его составляющих состоит из переработанных пластиковых отходов. И со временем он может прийти на смену дешевым синтетическим волокнам. Какие еще открытия ждут нас сегодня, узнаем прямо сейчас. Рубрика «Гороскоп». Овнов ждут приятные встречи, успешные публичные выступления, которые будут способствовать завязыванию новых деловых и дружеских связей. Постарайтесь критически отнести к своим поведенческим особенностям, контролируйте свои высказывания. Телец. Сегодня небольшая ссора может всколыхнуть поверхность сонного пруда вашей семейной жизни. Вероятно, вам не понравится то, что расходы по дому превысят разумные с вашей точки зрения пределы. Многие даже прекратят общение друг с другом. Возможно, все проблемы от того, что вы обидчивы сверх меры и слишком ограничиваете свободу близкого вам человека. Для примирения вам просто нужно будет отдать первую скрипку в домашних делах супругу. У близнецов день символизирует внутреннюю свободу и движение вперед. Последнее время вы топтались на месте. Теперь пора решиться стать свободным, независимым, сменить обстановку, партнера, ну все, что захотите. Рак. Сегодня звезды не благоприятствуют заключению браков. К сожалению, далеко не всем удастся в ближайший месяц изменить свой семейный статус. Рак многого ждет от любви. Отличительная черта рака в интимных отношениях – потребность в эмоциональном содержании каждой интимной связи. Он будет идеальным сексуальным партнером, если почувствует себя любимым. Избавьтесь от постоянных сомнений. Влюбленным раком сейчас придется туго именно по причине неуверенности в себе, в своем избраннике и будущем вообще. У многих львов вероятны осложнения с официальными инстанциями по старым делам. И хотя к следующей неделе все уладится, какое-то время это может отвлекать от намеченных целей и тормозить движение вперед. Гибко лавируйте между подводными течениями и не раздражайтесь по мелочам. Девы в любви могут ощутить груз одиночества. Близкие люди способны перекладывать свои проблемы на ваши плечи. Может быть, вы сами в этом виноваты? В домашних делах старайтесь совмещать приятное с полезным. Для весов этот день символизирует созидание, благополучное разрешение острых проблем и кризисных ситуаций. Благоприятно начинать строительство дома, заниматься благоустройством жилища, укреплением отношений в семье. Скорпионам противостояние планет сулит немало хлопот. Вас ждет много суеты, мелких, но неотложных забот, а также не слишком содержательных разговоров с родственниками, приятелями и соседями. Отношения с некоторыми из них окажутся неровными, возникнут споры по давно согласованным вопросам. Отмените все встречи, так как возможен визит гостей, который нарушит все ваши планы. Этот день сложится весьма благоприятно для большинства стрельцов, прежде всего потому, что будет поступать нужная информация о новых кармических путях и эффективных будущих действиях. Благоприятен переезд или дальняя поездка. Вам следует прожить этот день с максимальной отдачей. Для козерогов положение планет сопутствует занятиям хобби, активным играм с детьми, однако отношения между супругами могут складываться напряженно. Стремитесь достичь взаимопонимания в семье. Простите тех, кто не оправдывает ваши надежды. Гармония в семье умиротворит вашу душу, сможет восстановить ваше здоровье. Для водолеев этот день символизирует верность и надежность. Несмотря на кажущуюся ветреность и неустойчивость водолеев, на них можно будет положиться в трудную минуту. Не давайте невыполнимых обещаний, не берите на себя больше, чем сможете сделать. Рыбам поддержка и разумный совет близкого человека помогут почувствовать уверенность в себе. Эти дни подходят для общения только с проверенными людьми. Они всегда придут вам на помощь, как ангелы-хранители. А вот случайных приятелей лучше избегать.